Что не состязание, то победа. Пейнтболисты вернулись с третьего отборочного этапа Кубка России и Кубка любительских сборных страны. Из четырех команд, представленных нашим городом, русский «Манчестер» стал первым в третьем дивизионе, а ультиматумы «Город-невест» взяли золото и серебро в четвертом дивизионе. Еще двое из Федерации пейнтбола отобрались в сборную страны и в сентябре поедут в Амстердам на чемпионат мира. Но все эти победы, увы, на чистом энтузиазме. В городе нет ни одной открытой площадки, которая бы подходила для тренировок пейнтболистов. Точнее, не было до недавнего времени. Рядом со спортшколой номер 6, в которой только в этом году появилось первое в городе отделение пейнтбола, есть пустующее поле. Отделение пейнтбола было открыто 1 января 2019 года в спортивной школе номер 6, в которой занимались велосипедисты и конькобежцы. Востребованность говорит сама за себя. Дети набираются очень быстро в группы. Сейчас на отделении работает 2 тренера, занимается 45 учащихся. Желающих заниматься пейнтболом очень много, поэтому планируем в будущем открыть отделение. Платное отделение, платные группы. Это асфальтированная площадка, запасное поле стадиона «Текстильщик», и пока оно не используется. А может, для нужд пейнтболистов. Подходит идеально. Здесь есть уже готовое покрытие асфальтовое, жесткое, на которое остается постелить только искусственное покрытие, для того, чтобы мы могли использовать это поле для проведения турниров и тренировочного процесса. Турниры на таком поле, поскольку оно размерами соответствует всероссийским стандартам, мы могли бы проводить всероссийские соревнования в черте города. Не говоря уже о региональных и муниципальных соревнованиях и кубках. Здесь не хватает освещения, ограждений и самого покрытия. Но это второстепенные вопросы. Задача номер один – сделать так, чтобы поле могли использовать для тренировок пейнтболисты. Если мы, грубо говоря, постелили на это поле искусственное покрытие и огородили его сеткой, это не значит, что оно может использоваться только для пейнтбола. Здесь можно заниматься тем же футболистом, тем же велосипедистом, тем же конькобежцем. Это искусственное покрытие, оно никак не обременяет возможность там заниматься другими видами спорта. Городские власти о проблеме знают и готовы помочь. Поле не потребуется команде «Текстильщик» даже с учетом их выхода в ФНЛ. Поэтому можно заняться вопросами с документами. Правда, на освещении покрытия, скорее всего, нужно будет искать спонсорские средства. Мы понимаем, что такой процесс реален, что он возможен. Осталось только сейчас приземлить, как говорится, его на землю, да, понять, какие необходимы первоочередные действия предпринять, заключить какие-то договора, соглашения между спортивной школой, между муниципальным округом ИВА, потому что это муниципальная собственность, с тем, чтобы там организовать процесс тренировочный для спортивной школы и федерации пейнтбола. Если мы говорим о проведении поля, да, в какой-то там дополнительный нормативный вид, например, там стелу, покрытие, размещение каких-то дополнительных элементов, конечно же, потребует платных затрат. Если мы говорим о том, что пока необходим просто земельный участок, на котором ребята могли бы тренироваться, могли бы размещать свои имеющиеся у них оборудование, то тогда возможно будет воспользоваться им без каких-то дополнительных затрат, денежных средств на реставрацию, реконструкцию, достройку, установку новых элементов. Пейнтбол в регионе набирает популярность уже давно. Сильные и сработанные команды есть во многих районах. А вот встречаться на состязания им негде. В Иванове 45 мест в спортшколе не хватило. В платную группу детей от 9 до 12 лет уже набрали. И набрали бы гораздо больше, если бы позволяли площади. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.